Что я слышу в конском ржании? Зов любви или страдания? В нем раскаты грома, взрыв, в нем к бесстрашию призыв, а потом опять тревога. Словно просят на подмогу лошадиные глаза. Снова страх, обвал, гроза. В конском ржании приступ страсти, вороной каленой масти. Конь меж ног, как бы хлыстом, охлаждает страсть хвостом. Но натягивают жилы вулканические силы. Радость ржет, и ржет печаль. Конь, как дьявол, сатанеет, все мгновенно каменеет и становится, как сталь. Выхлоп, буря, извержение, приступ. Ноздри, храп и стон, и награда за терпение, взлет, астрал, освобождение и блаженство, облегчение сразу в сотни тысяч тонн. Вот какое содержание я услышал в конском ржании.